Сюда извините, вам да? Нужна черная роза, я вам могу сказать. Они сейчас черные. Это от Виты и Гельмута. Это я на видео сейчас немножко поснимаю. Два с половиной месяца. Два с половиной месяца продается девочка. Одна продается, одна остается в хозяйстве. В хозяйстве остается, потому что такая корова нужна самому. Да. Да. Вот им нравится вот так пузо. Я вот когда делаю... Да, девочки очень крупные, массивные, красивые, не вступают к кобелям. Смотрите, я когда делаю пузо, они аж замирают, да. Уши припускают по пузу, короче. По пузику, да? Смотри, вот так. Ушечки стоят. Просто чудо, не собаки, а чудо. Крен, отпусти, пусть они побегают. Вот пузики, пузики. Иди. Мои девочки красивые, красивые, валенные шабаки. Девочки, девочки, девочки. А кошака как девочки, как ай, больно. А кошака как они. И кошака гоняет, да? Боже. Это я просто на видео записываю. Ага. Девочка. Девочка, девочка. Это 31-го будет 3 месяца. 30-го. 30-го, ну можно сказать даже 1-го, потому что они же начали рожаться во второй половине дня. Рождаться. А вот. И получается фактически вот аж до ночи мы сидели. Да. Вот, вот это вот, когда так делаешь, смотрите. Они все, да. Да. Как мотоцикл заводится. Вот так заводится мотоцикл. Красотки, Валя. Девочки, девочки. Встали? Встали? Вот они. Продается. Одна продается, одна в хозяйстве.